На днях в рамках конкурса «Новая волна» состоялся юбилейный концерт, посвященный грядущему 45-летию Николая Баскова. Одним из гостей вечера стал Максим Галкин. Юморист от души поздравил друга и рассказал забавную историю о нем. Все произошло на дне рождения жены Александра Буйнова, Алены. Басков появился на нем ближе к полуночи. Он был очень веселый, тогда он еще не соблюдал никаких диет и позволял себе выпить. Коля почувствовал, что надо как-то влиться в компанию. И стал петь. Ну как петь? Подсоединил телефон к розетке, скачал свои фонограммы из интернета и открывал под них рот, вспоминает Галкин. Гости праздника оценили инициативу певца, однако самому ему показалось, что чего-то не хватает. Для организации спецэффекта артист взял огнетушитель. В тот момент мы поняли, что сейчас будет катастрофа. Первой об этом догадалась Пугачева. Она мне говорит: «Я пойду покурю», — поделился Максим. Игорь Крутой попытался остановить вошедшего в раж коллегу, однако было поздно. Басков снял пломбу и, не умея пользоваться огнетушителем, стал поливать из него присутствующих гостей. Огнетушитель был химический. Коля как дал залп, погибло все на этом празднике: еда, настроение, наряды. И в чем уникальность Коли? Он не останавливался, разбрызгивал на нас порошок, поливал химией и кричал: «Спасайтесь, это опасно!»